Доброе утро. Смотрите, сколько у нас одуванчиков. Они с каждым днем их все больше и больше раскрываются. Так здорово. Я вообще обожаю одуванчики. Я просто вспоминаю детство у нас, где мы жили. Там у нас это аптека. И рядом с аптекой был такой огромный газон. И он был весь-весь в одуванчиках. Просто весь. То есть вот он, когда желтел, это просто желтое поле. И... Потом его перекопали, как у нас все любят. И не стало у нас там больше одуванчиков. Так они там и не зародились. Вот. Но единственное, я сейчас слышала закон о том, что теперь там про садоводничество, что у нас есть новые списки по уборке сорняков у себя на территории и, по-моему, вокруг территории. Вот там какие-то еще голубые эти цветочки. Вот. Я еще его, если честно, изучала, но в этот список, как сказали, входят одуванчики. То есть ты, короче, у себя на участке не имеешь права разводить, ну, короче, у тебя не должно быть одуванчиков. И типа, если это будет, то штраф за первый раз там 500 рублей, потом там может быть административное наказание. То есть я так понимаю, знаете, для чего это сделано? Мне кажется, вряд ли кто-то будет... А, ну, наверное, там входит, я так думаю, этот вот, как называют-то... Какие-то граффити у нас здесь. Растение. Господи, его завезли, сейчас все с ним борются-то. Который жжется, ядовитый. Вы поняли меня, я уверена, вы поняли. В общем, прям мне нравится такое желтенькое. Желтый и зеленый красиво сочетает. Я думаю, что знаете как... Соседи, если нажалуются, у нас же есть, ну, огородники, которые прям вот у них все выполнено, все классно, а другой участок запущен, например. И летит к ним эти одуванчики, и они постоянно разрастаются, и соседу это, наверное, мешает, и типа вот, если пожаловаться, может получить штраф. Я так думаю, я не изучала все закон, но вряд ли там, как тот говорит, что на квадрокоптерах будете летать, смотреть, но вряд ли у нас... такие ресурсы есть у государства, чтобы всех осмотреть. Вот. Ну, короче. Ну, там какой-то список надо, кстати, посмотреть. Кто не читал этот список запрещенных сорняков на участке? Ну, мне кажется, это связано от того, что кто-то вот из соседей ведет хозяйство, и какой-нибудь там сосед не следит, и все это лезет к соседу, у которого все вычищено от сорняков. Мы гуляем. Ой, погода у нас прекрасная, тепло. Мы тут такая травка. Вот видите, перекопали все, посеяли. Раньше хороший газон был, а сейчас три волосинки в два ряда. Торик чапает. Где-то стоит цветочек. Этот вечно нос вниз и пошел изучать все. Присел. Сейчас. Смотрите, я в своих кроксах. Не могу найти свои такие ботиночки, которые у меня, ну, ходить без каблуков. Сейчас вот, а в кроссовку что-то влезешь пока. А еще брюк. Вот. Поэтому я в кроксах, короче, бегаю. А удобно, сунул ногу. Ну, в принципе, я так и планировала, что летом я буду использовать под это... собакой ходить куда-то, выйти очень удобно. Важно, идет. Все ему надо. Прям там люди идут, как будто им прям к нему идут. Он уже готов броситься в объятия и залезать всех до смерти. Стоять. Сирень у нас тут. Сейчас пройдут люди, а то я тоже так покажу. Иди сюда. Иди. Смотрите. Кустов сирени сколько. Аромат, вы не представляете. А вот это, наверное, яблони цветет. Уже яблони, получается, зацвели. Блин, опять я на даче не увижу, как яблони цветут. Они так быстро отцветают. Вот. И вот у нас вдоль дома вот так вот столько этой сирени. Тут такой аромат. И я вот еще, знаете, из-за чего расстраивалась, когда мы переезжали? Здесь вот сейчас окно открываешь, и как раз вот этот запах сирени. Прям просто его невероятно, он так пахнет. А у нас с той стороны улики только под окном сирени. Вот кустик сирени. Вчера мы ходили, тут женщина такая смешная. Мы сидим, в окно смотрим,
Она ходила, ломала сирень. Раз нас увидела, такая... И раз, и ушла, типа. Я говорю, господи. Ну, и Денис мне говорит, смотри, сирень ломай, давай, говорит, шуганем. Я говорю, зачем? Я говорю, ее же надо обламывать. Он еще кусты, смотрите. Я говорю, ее же надо обламывать, сирень. Я говорю, мне вообще не жалко. Я говорю, мне все вот это вот, как будто... Не, ну, когда там подростки, да, дерут, наверное, не очень хорошо ломают. А она аккуратненько, я говорю, мне вообще не жалко. Белая, ой, ну сирени здесь. Ой, какая красота, они вырубили. Ой, смотрите, где вороны такие смешные сидят. Картина маслом. Встретились соседки утром поболтать. Вот. Здесь, ох, сколько воронья-то. Ничего себе у нас тут. Посмотрите, это же даже опасно. Тор, давай мы не пойдем. Вдруг они на тебя как налетят. Я сам кружусь. Пойдем. Вот. И у нас, короче, начала говорить, у Лики под окном есть сирень, а у нас перед окном береза. Но Денис говорит, зато этой березе 40 лет. Ее, говорит, в 82-м году посадили. Там тюльпанчики отцветают уже. Кто-то, видите, посадил. О, хорошо так. Пока не было столько листьев, их хорошо было видно. Ладно, гуляли сейчас. Уже надо домой. А, ведет меня еще куда-то. Нюхает, нюхает все. След взял, видите? След взял, прям собака. Следопыт. Я в Париж по делу срочно. Мы опять у мамы. Смотрите, какие я тапки у себя нашла. Прикиньте, я про них забыла. Такие банты большие. Такие крутые, не могу. Прям нравится мне. Вот. Опять у мамы. Привезли телевизор, ей свой телевизор подарили. Мам теперь счастлива с телевизором. Добрый да, мам? Да. 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 Ай. Что за бро? Продали мне телевизор. Продали. По бешеной цене. Мам, сейчас же поверят. За гироскутер. Поверят. За гироскутер. Меняли на гироскутер. Точно. Теперь ты без колес, да? Пешком ходить будешь. Гироскутер свой забираем. Свой гироскутер забираем. За аренду заплатим. Ладно, мам. Нормально за 50 тысяч, да, телевизор? Хороший. Ты бы дешевле точно не нашла, мам. Ты там. Тебя и тут, и там показывают. Ну, я тебе там, если и тут, и там. Классно, да? Все, сейчас в магазин домой. А, еще аптеку надо заехать. Альмагиль надо купить, у меня какое-то сезонное обострение. Болит желудок. Ну, ноет. Потому что мне надо квас пить на ночь. Фу, блин, этот квас я больше не буду пить. Фу, блин. На гироскутере поедешь? Да. Сейчас вдвоем. Не, ну классные же тапки. Смотрите, какие банты клевые. И платье подходит. Сама не ожидала. Маме телевизор отдали. Пришли за другим. Не знаю, какой он хочет. Вот. Огромный. Будем выбирать сейчас. Ты уже Samsung. Вы все равно. Вот он, Xiaomi. Ты что, даже не досмотрел, что ли? Это 55? Да. Муж мне кинул предъяву, говорит, такую машину маленькую купила. Говорит, ты что, еле поместился. Все, счастье. Он один свой генштальт, как это, генштальт закрыл. В общем, сейчас его тащить, Лика выйдет, будет тащить, потащим. Мы уже дома. Я вообще в каком-то таком немножко шоке, потому что что-то вообще ничего не успеваю. Мы прилетели, но мы купили телевизор. Сейчас я буду резать салат вместе с вами. Купили телевизор, короче. Вот, прилетели. Денис сейчас занимается, там настраивает его. Ну, естественно, ему уже горит, он же прям хотел очень сильно, уже давно его. Вот, а в ту комнату, ну, не особо... Такой бандур-то повешен огромный, я даже не ожидала. Мы когда шли, я не понимала, с каким размером телевизора мы идем. Все обсуждают. Вот. Я дальше, чувак.
кстати. Это я, здравствуйте. Это опять я. Все, ты? Какой-то кошмар. Я когда выхожу, да, вот хочу поговорить, сразу всем нужна, один пришел, другой, все собрались сразу там, где я собираюсь. Мне кажется, они прям не могут без меня жить. Причем у всех, главное, со мной надо еще поговорить. Че, прилетели, Денис разбирается с телевизором, естественно, но он сверлить не стал, он долго выбирал какую-то там подвеску надо было, ну, чтобы вешать. Оказывается, есть просто, есть чтобы с нагибом, ему нужно было, чтобы под углом сгибалась, в общем, такая дура огромная. Вот. А я тут, мы же продукты, сумки, в общем, разобрала. Приготовить надо еды. В общем, ну вот котлеты пожарила, макароны сварила, вот, и сварила этот компот вишневый. А то все, это опять стали много покупать, а я варю уже без сладкого, без, не добавлять сахар, когда варю компот. Если кому-то очень кисло, они сами добавляют, если надо сахар. Но чаще всего не добавляют. А сейчас жарко у нас эти дни. У нас сегодня вообще очень жарко. И воды, естественно, много уходит. Вот. И сделала вот салат. Ой, господи, купила. У меня бабушка еще зелень же давала. У меня лук, и укроп купила. Я люблю, когда много зелени в салате. Вот, сейчас будем кушать. Вот, плюс приехала. Мы же, Ликуська пришла из школы. Мы ее дождались, ну, она перекусила и гулять пошла. Мы собрались, поехали. Вот. И толком ее сегодня не видела. Ей надо поговорить еще. Она приехала, говорит это. Думала, опять ко мне кто идет. Я, говорит, сейчас... Я попросила выйти, я говорю, ну, потому что на сумке и телевизор надо было тащить. Говорю, выйди, помоги. Вот, она, я занимаюсь с двумя мальчиками, занимается историей, помогает им разобраться, у них сейчас контрольная, вот, помогает разобраться. Я говорю, ты хоть деньги за репетиторство бери. В общем, говорю, 2 часа сидела, им объясняла. Ой, салатик просто, не могу, посмотрите, сколько зелени, я прям очень люблю много зелени. Еще люблю кинзо, но лик у меня не ест кинзо, поэтому укроп. Я, конечно, люблю, когда... Вот, знаете, у нас сейчас продается такой... Он плотный, жесткий, этот укроп. Я больше люблю, когда уже свой, ну, либо бабушке продают свой, такой помягче. В голове. Замотала сейчас быстро. Ну, пока готовлю, чтобы не мешали волосы. Вот. Короче, ну так. В общем, ребенок у меня еще репетиторством занимается, уставший. Ну, в общем, пока все рассказала. Вот, она и гулять сегодня ходила, и уроки уже успела сделать. Конец четверти года. И сейчас вот так вот все. Она постоянно занимается. Я только на подхвате, понимаете? Чтобы успеть накормить, чтобы это... Господи, у меня эти тут топорщица. Постирать, погладить, чтобы все вот она только закончила. Но у нас, в принципе, 2 предмета, которые надо дополучить оценки. Остальные все у нее уже готовы. В принципе, понятно. Но все равно контрольные писать надо. Вот. И, короче, вот так вот носимся. Знаете, хочешь, Женя, что-то активное, вот тебе активность. Даже на дачу некогда съесть. Мне теперь надо, мы же с переездом, я там кое-что для бабушки с дедушкой отложила. Нам надо поехать отвезти на дачу. Блин, мне вот этот ворот, все хорошо, застегивать мне не нравится. Он либо вот так вот его надо раскладывать, он тогда, ну ладно. Он сгибается, не кладется, в общем, не нравится. Вот. Это вот та вот в этом... Где в Золе платье купил, довольная такая, хорошо. Короче, к бабушке с дедушкой надо теперь попасть, там отвезти им кое-что. Потом надо к себе на дачу, целая гора чего надо вывезти. В общем, не знаю, как это все будем делать. И вот сегодня, вчера у Дениса выходной, сегодня... Ну и то сегодня какой выходной, он сегодня на пару часов-то у меня уезжал. Да, его не было, он ездил там по делам. Вот. А так... Мы даже сегодня в комнате в итоге ничего так не разбирались, потому что, ну, все, а то, пятое, десятое, вот. Так что, так, ну, сейчас выдохнем, школа закончится, полегче будет.